непознатная, святая прелесть в них. Кажется, проходят столетия, и мир становится, может быть, другим, но все человеческие страсти, все боли и печали остаются. И так же плачут наши матери, так же провожают на бессмысленные войны своих родных, любимых, подруги. И как бы хотелось, чтобы этого было меньше, чтобы луч озарения был над этим прекрасным, но иногда грустным миром. И человечество не раз обращалось к кому? Обращалась к Богу, обращалась к Марии. И наш концерт посвящен духовной теме, духовной вокальной тематике «Ава Мария». Говорят, что написано более 200 сочинений «Ава Мария». Мы исполним наиболее известные сочинения, в том числе Шуберта, Баха, Верди, Маскарни, Люци, Качини, Франко. В концерте прозвучат сочинения Иоганна Себастьяна Баха, Георга Филиппа Телемана, сочинения одного из сыновей Баха, Карла Филиппа Эммануэля Баха. И я хотела бы позвать на сцену прекрасных героинь сегодняшнего концерта. Вы будете приятно удивлены. Это солистки филармонии Татьяна Шишкина, Татьяна Галимова. Thank you.
сочинением, духовным сочинением Сезара Франка «Панис Ангелиус», солистка ансамбля барокко, солистка музыкального театра Светлана Коновалова. Орган Лидия Янковская.
Thank you.
соната до мажор в 4 частях, транскрипция Зино Франческати. Thank you.
сочинение. Ава Мария – это Джузеппе Верди и Пьетро Маскани. Джузеппе Верди, Ава Мария.
исполнителя после Маскани. Я обычно, сколько мы играем, эта программа, я просто не могу ни говорить, ни играть. И хочется, может быть, сказать только словами Данте Алигьери. Эксплинит на тум, челик с Христом и слов родни. В ее заре твой взгляд мощь обретет воззрец к лучам Христовым. Йосиф Тельман, прозвучат две части из сонаты для двух скрипок, виолончели и органа. Thank you.
созвездия, столь ясные вначале на дне слились подобие вуали, струящейся, как чистая волна, возлюбленная, ты явилась мне, Мария, Ава, к небу возлетая, возник мой голос в воздухе ночном, исчезли мысли обо всем ином, я видел, как стоишь ты, пресветая, в злаком дожде, висящем в вышине. В заключении концерта прозвучит вокальное сочинение итальянского композитора Кончини «Аве Мария».
барокко. Скрипачка Майя Крутикова.